На спасение 20 минут. За это время бригада скорой должна приехать на экстренные вызовы. Когда жизнь пациента действительно под угрозой? За сутки поступает примерно 1500-1700 обращений, и около 50% из них неотложные. Спецслужбы провели профилактическую операцию «Маячок». Ее цель – проверить, как водители пропускают спецтехнику. Инспекторы ДПС специально проехали по Димитровскому мосту через оживленные улицы и на узкие трассы. Яркая окраска, горящие маяки, громкая сирена. Врачебную машину сложно не заметить. Однако водители не всегда пропускают спецтранспорт. Среди нарушителей больше всего тех, кто управляет авто в наушниках и не смотрит в зеркала заднего вида. За час проверки экипаж выявил двух невнимательных автомобилистов. Для города-миллионника это немного. Вместе с тем, в ходе рейда было выявлено несколько фактов непредоставления преимущества указанным транспортным средствам, за которые в отношении водителей были составлены административные материалы. За данное нарушение действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления автомобилем на срок от 3 месяцев до 1 года. К слову, в будущем предполагается повысить штрафы до 30 тысяч рублей, а срок лишения прав до 2 лет. Рецидивистам может грозить уголовное наказание в виде заключения под стражу. Ведь непредоставление проезда машине скорой не только увеличивает время прибытия к больному. Есть высокий риск ДТП, ведь медики нередко двигаются по встречке, причем на очень высокой скорости.